Я думаю, ни для кого не секрет, что все мы иногда хотим стать законодателями моды. Именно в такие моменты мы доверяем всю свою красоту профессионалам. И прямо сейчас, здесь, в творческой студии Владимира Белова, собралась команда именно из таких людей. Я предлагаю вам вместе со мной воочию убедиться в их мастерстве. Один из лучших профессиональных фотографов нашего города, который умеет делать вкусную, яркую и сочную картинку. Автор и идейный вдохновитель этого проекта Павел Егоров. Скажи, что особенного в сегодняшней фотосессии? Какие эмоции, какое настроение? Настроение отличное, эмоции бьют ключом. Вот, закончил готовить технику, сейчас идем ставить свет. Сегодня мы будем фотографировать в стиле бьюти и фэшн. Три модели. Снимаем портреты крупные и по грудь, с дорогими качественными украшениями. Самое главное – сделать сегодня качественную и дорогую картинку. Человек, который делает красивых людей и еще красивее. Владелец магазина «Грациано», дизайнер Александр Титков прямо перед нами. Он же создатель этой оригинальной бижутерии, которая прямо сейчас попадает в кадр. Скажи, Саш, создано это украшение для торжеств и вечеринок или все-таки для повседневной носки? Ну, в основном это вечерние аксессуары, потому что используется очень много камней и страз. Также можно, конечно, и в повседневной жизни использовать. В основном некоторые клиенты это и делают у нас. А встретить это можно в клубах, в ресторанах, на свадьбах, торжествах. Как бы люди одевают такие вещи в основном туда. Руководитель первой в городе Орехово-Зуево студии свадебных стилистов «Эль Студио», стилист и визажист Елена Громанчук. В какие образы ты сегодня попытаешься перевоплотить наших моделей? Образы различные, от креативного до классического. Эти образы можно носить на различные гламурные мероприятия, клуб, вечеринка в разных стилях. Мы хотели бы донести до каждой девушки, что любая может быть прекрасна и может воплотить любую свою мечту в реальность с помощью нас. Обращайтесь. Екатерина Михеева, друзья, профессиональный фотограф, ретушер, эксперт в области бьюти-съемки. Она приехала сегодня к нам из Москвы и участвует в данном мероприятии в роли модели. Бьюти-съемка – это один из самых сложных предметов в фотоискусстве. Он объединяет между собой сложную технику съемки, очень сложная работа визажиста, стилиста, тонкий подбор аксессуаров для съемки. Вот сегодня мы постараемся реализовать именно ту сложность, но при этом сохранить вкусность и естественность моделей и образов. Oh, oh, oh.